Страшная трагедия произошла в Каспийске 5 августа. В 16 часов 20 минут в МЧС города поступило сообщение. Ребенок 4 лет выпал с окна 7 этажа по адресу улица Халилова, дом 46. Мальчик играл в своей комнате и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, ребенок сорвался вниз. Родители самостоятельно доставили ребенка в больницу, где врачи диагностировали смерть. Это уже не первый случай в нашем городе за текущий год. Ежегодно случается 2-3 подобных инцидента. Так, по статистике, если взять, в прошлом году у нас в городе Каспий случилось 3 случая таких выпадений детей из окон. И в этом году, 5 числа текущего месяца у нас, тоже был один случай выпадения ребенка 4 лет с окна. Услышав звук, шум, звук из улицы, они поднимаются на окна, и становится причиной, как раз таки, вот, которая приводит к печальным последствиям. Родители особенно надеются на москитные сетки. Как вы знаете, любая прочная москитная сетка, она не рассчитана на вес ребенка. Родители, помните, дети, начиная с младшего дошкольного возраста, проявляют любопытство, познают мир и не могут оценить всей опасности ситуации. Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время. Нескольких минут бывает достаточно для несчастного случая. Если же все-таки ребенок остался один в доме, используйте фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть окно, либо откручивайте ручки и вставляйте их по необходимости. Современные пластиковые окна легко открыть, не применяя физическую силу, а уж надеяться на москитную сетку точно не стоит. Она не предназначена для таких целей. Ваша невнимательность может стоить жизни вашего ребенка.